Добрый день, друзья! Вы на канале «Стройгарант Анапа» из самого солнечного города России – Анапа. Мы находимся в ЖК «Жемчужина», он на территории села Цибанабалка, и сделаем для вас обзор дома 130 квадратов. Давайте познакомимся с этим замечательным домом изнутри. Пойдемте с нами. Дорогие друзья, мы находимся в прихожей. Прихожая просторная, 6 квадратов, светлая, с большим окном. Потолки в прихожей, как и во всем доме, 3 метра. На потолке уже находится 6 встроенных светильников. Очень красивые стены. Посмотрите, бежевый, светлый оттенок. Обои однотонные, необыкновенно красивые. В этот уголок наверняка разместится хорошая объемная гардеробная, куда можно разместить свои вещи при входе. Здесь же в прихожей начинается система «Теплый пол». Он располагается под всеми плиточными покрытиями в доме на первом и на втором этаже. Но дополнительный источник тепла – это небольшой радиатор на 4 секции. Я думаю, что он лишним здесь не будет. На стенах уже есть выводы для электрических приборов. Есть все необходимые розетки и выключатели. Об этом мы не будем останавливаться в каждой комнате дома. Это есть везде. Дом под ключ. Ну что ж, давайте пройдем дальше. Прихожую от дома отделяет красивая дверь под дерево. Посмотрите, она шикарного оттенка, очень приятного. И вставки из матового стекла. Смотрится очень стильно. Из прихожей мы попадаем в просторный светлый коридор. Давайте пройдем в первую спальню, она с эркерным окном, очень красивая. В этой спальне на первом этаже 15 квадратов. Также потолки 3 метра, очень красивые обои, однотонные. Посмотрите, универсальная расцветка для того, чтобы расположить мебель именно по вашему вкусу. Эркерное окно, конечно, но это самое красивое, что есть в этой комнате. Светло, вид на ваш приусадебный участок, на вход в ваш дом. Подоконник широкий, можно расположить 4 подушки и сделать приятный семейный вечер. Потолки в комнате натяжные, матовые, и уже расположено сразу 6 точечных светильников. Света достаточно не только от окна, но и от искусственного освещения. Из комнаты здесь же через коридор можно попасть в прекрасный санузел. Давайте вместе его посмотрим. Санузел 5,9 квадратов. Отделан красивой плиткой под гранит серых оттенков. На полу керама, гранит, как мы уже говорили в наших прошлых сюжетах. На стенах керамическая плитка. Посмотрите, декоративная вставка гармонирует по цвету и по орнаменту с плиткой, которая уложена рядом. Здесь же расположено место либо под кабинку душевую, либо вы можете оставить так же и сделать занавеску. Друзья, как мы уже говорили, дом просторный для большой семьи. Центр дома, конечно же, кухня-гостиная. 37,9 квадратов. Зона гостиной уложена ламинатом 34 класса. Практичный, с защитой от истирания, прослужит вам не один десяток лет. Стены очень красивого зеленого оттенка, наверное, нашего южного оттенка, весеннего. Успокаивает. Находиться здесь очень приятно, и можно, наверное, только отдыхать в комнате с такой цветовой гаммой. Зона гостиной предполагает установку большого дивана, большого стола, может быть, даже мягкого уголка с креслами, место для общения, для отдыха, место для приема пищи и больших семейных праздников. В комнате расположено 2 окна, объемные радиаторы, в комнате будет тепло, светло и уютно. Давайте пройдем в зону готовки, в зону кухни. Пространство объемное. Здесь можно расположить большой кухонный гарнитур. Пол уложен керамической плиткой. Это место уже теплое. Хозяйка может располагаться здесь комфортно, не замерзнет. Уже есть все выводы под электроприборы, под сантехнику, все розетки для миксеров и других бытовых приборов. Уже висит котел, который в данный момент пока работает на электричестве, но газ обязательно будет. Система «Теплый пол» расположена здесь же, но после того, как вы установите здесь кухонный уголок, видно этого не будет. Все будет спрятано за красивой мебелью, которую вы для себя подберете. Из зоны кухни хозяйка, уставшая от приготовления пищи, может пройти сразу же на свою крытую террасу. Мы вас приглашаем.
замечательная терраса, 28 квадратов. Вы не поверите, как же здесь тепло. Терраса не отапливается, но солнце светит настолько ярко, что нагревается плитка и полностью прогревается наш южный воздух. Отсюда же, с террасы, вы можете выйти сразу на ваш приусадебный участок по красивой лестнице с коваными перилами. Давайте пройдем. Какой же здесь замечательный вид открывается. Красивые ступени. Тут очень здорово, наверное, стоять с чашечкой кофе, наблюдать за рассветом, за закатом и просто наслаждаться видом на свой приусадебный участок, где играют дети. Из кухни-гостиной на второй этаж нас ведет лестница. Лестница из настоящего бука. Друзья, бук – это самая практичная древесина. Именно из нее в Стройгарант Анапа делает свои лестницы. Балясины резные, сделаны просто идеально. Лестница удобная, высота ступеней комфортная. Могут подняться и взрослые, и дети, и пожилые люди. Очень просто. Санузел на втором этаже 5,6 квадратов. Он отделан красивой глянцевой плиткой светло-коричневых оттенков. Есть не только система теплый пол, но и радиаторы. Традиционно окно с матовой вставкой открывается, проветривается. В данный момент нет москитных сеток, но их обязательно можно установить в летний период. Есть все выходы под сантехнику, под электроприборы. Скошенный потолок, часть скошенного потолка высокая, 1,73 м и выше. Натяжной потолок, 2 точечных светильника и принудительная вентиляция. Спальня второго этажа, 17 квадратов, отделана уже в голубом цвете. Посмотрите, за окном, наверное, та же картина. Такое же голубое небо, какое у вас на стенах вашей замечательной спальни. Радиатор объемный, в комнате тепло. Вид будет на ваш садовый участок. Также есть часть потолка со скошенным краем. Потолок натяжной, матовый, с диффузорами, как мы уже говорили. Потолок не будет двигаться при поступлении воздуха в комнату. В комнате можно расположить кровать, диван, место для отдыха, большой телевизор. Может быть, даже сделать из комнаты домашний кинотеатр. Будет здорово. Мы приглашаем вас на этот просторный балкон. Он находится на центральной части дома. Протяженность балкона 8 метров. Перила еще в процессе изготовления. Здесь обязательно будут установлены перекрытия. Перила из нержавейки. Практично, надолго. Вид с балкона открывается просто необыкновенный. Вы видите весь ЖК «Жемчужина». Видите свой замечательный садовый участок с прекрасными цветущими розами. Отдыхать здесь просто замечательно. Шикарный дом, 130 квадратов. Я думаю, что вам не может не понравиться. Друзья, вы были на канале «Стройгарант Анапа». У нас всегда хорошие новости. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, звоните, если у вас есть вопросы.